Девчонки, привет! Продолжаем с красной пресней. Я думаю, что то ли сегодня, вот то ли закончим сейчас третья часть, то ли, может быть, еще на четвертую растянем, потому что действительно была большая очень посылка в этот раз. Значит, во-первых, Мариша Ситнер просила меня, я тут пытаюсь застегнуть через телефон, смотря в камеру, это сложно. Мариша просила меня этот набор замечательно. Мы его обнаружили в прошлый раз. Как я поняла, он очень многим понравился. Набор этот состоит из браслета серег и кольца. Что у нас? $81 сам браслет. Он на 18. Длина там регулируется шириной звена. 37 грамм 60 сотых. Оксидированный. Очень красивая. И замочек классный. И есть вот цепочка, которая не даст ему сорваться с руки. Во-первых, браслет. Во-вторых, у нас к нему идут серьги. Вот они. Серьги стоят $36. 8.80 оксидированные. Но это серьги тоже Маришкины. Что-то никак я не могу фокус зафокусироваться. Вот так вот. То есть это как бы звено от браслета сделано. И есть к нему два кольца. Почему два? Потому что у меня кто-то просил заказать кольцо. Одно в дополнение к чему-то. И я не знаю кто, так что, девчонки, кто у меня просил это кольцо, вот оно к набору. Ну, во-первых, одно кольцо Маринина, на 17, у меня есть кольцо на 17 и кольцо на 18. По-моему, Маринина на 17 и на 18, это, соответственно, оно свободно. Либо, то есть, очень ожидаю человека, который, собственно, это кольцо заказал. Цена его $30. 18 размер, мне даже практически на второй палец помещается. Вот такая интересная, так будет смотреться с браслетом. Бирки, конечно же, зацепились. Вот как-то так. Очень богатый наборчик. Это что касается набора номер один. То есть, девчонки, еще раз, это набор Марины Ситнер, но у меня имеется одно лишнее кольцо к нему за $30. Это в целом первое. Ну и, разумеется, кто захочет в будущем заказать этот набор, то пожалуйста. Далее. Второе. Меня просили цепи. Ириша Лаваренко просила меня цепь под американца. Я, в общем-то, рискнула и взяла цепь оксидированную. И мне кажется, что она может пойти под очень большое количество всевозможных наших украшений, как от балтийских узоров до янтарной волны, потому что действительно такой черненый очень сильно. Вот если взять, например, с родированным сравнить, то разница будет колоссальная в оттенке. Смотрите. Это оксидировано, это родировано. 60 сантиметров цепь родированная. 110 шекелей. Это, в принципе, Иришкина. Но я не помню, она просила 50 или 60. Я с ней это выясню. Если вдруг по какой-то причине это не то, то это выставится на продажу. И вот вторая цепь тоже на... толстенькая такая, она на 50, девчонки, и она может подойти на кулоны, как я и сказала, которые, в общем-то, черненые. На американца, мне кажется, это не подойдет, потому что американец белый, он не покрытый. Он даже если будет темнеть, то темнеть не так. Но не знаю, не знаю, на ваше усмотрение. Итак, эта цепь, в принципе, выходит в продажу. 90 шекелей, 50 сантиметров, довольно толстенькая оксидированная цепь. И сейчас вам скажу точно, сколько это будет в долларах.
А в долларах это будет 27 долларов. Вот. Насчет этой цепи на 60, она на 110. И я еще раз у Иры спрошу. Мне кажется, что Ира заказывала другую длину. Если она не возьмет эти цепи, то эта цепь 33 доллара получается. Якорное плетение родий, размер 60 сантиметров. Запутала я вас окончательно, да? Короче, это вроде как Ирина, но может быть она не возьмет по ряду причин, потому что ей нужно именно под американца. Родированная еще подойдет на 60, а вот оксидированная я сомневаюсь. Так, дальше у нас есть. Помните, в первом видео «Красная пресня» я сказала, что есть кольцо и есть к нему серьги, но я их не нахожу. Короче, я их нашла. Вот они, 36 долларов. Это изумительный, замечательный комплект. Он один из самых первых у меня начал продаваться еще до Шаблюля, до всех моих коммерческих предприятий, еще через Facebook. Этот набор очень популярный. Вот к нему серьги. Кольцо я вам показывала в первом видео. Может быть, стоит, конечно, показать еще раз. 36 долларов. Можно купить отдельно, можно купить серьгами, как вам понравится. Бирочки, сокращающие мне жизнь. О. Девчонки, 36 долларов. Так. И теперь хочу вам показать, вот я вам их оставлю рассматривать. Хочу вам показать комплектик, который я обнаружила и решила попробовать вам его показать. Это первый его дебют. Раньше я его не заказывала. Он состоит из кулона, из кулон-колье, я бы сказала, даже серег и браслета. Может быть, и было кольцо, но может быть что-то, не знаю я. Короче, у меня только три части. Начнем, наверное, с кулона-колье. Вот смотрите, вот такая интересная штука. Это алмазное гранение. За счет этого оно все сверкает. Чернение, соответственно. На вот такой вот цепи есть у нас дополнительная цепь. 48 долларов стоит такая кольешка, оксидированная, 13.40, безразмерная, без вставок. Вот такое колье, вот такое объемненькое. К этому колье есть браслет. Вот он. На карабинчике. Браслет. Оксидированный 12,70. Масса 19 сантиметров. Длина 48 долларов. Не буду его расстегивать, но вот так вот он смотрится. Тоже, как вы видите, лазерные гранения эти дают возможность очень красиво всему этому делу сверкать, переливаться. И заключительный штрих комплект — это серьги, английский замок, такие не крупные, что хорошо, поскольку есть колье. Такая скань, филигрань. Алмазное гранение, английский замок. И цена 27 долларов 3.70. Вот такой интересный комплект. Комплект. Шесть, 48 браслет. 30, пардон, 48 браслет, 48 колье. То есть браслет и колье в одну цену. Так, девчонки, я забыла, видать, свет опять включить.
Хотя не очень-то помогает второй свет. Так, девчонки, это что касается вот этого комплекта звезды, назовем его. Я не имею в виду звезда пятиконечная, имею в виду звезды такие астрономические. Не так вот их видно из-за рефракции, размытые такие. Так, вам не кажется, что слово «так» у меня слово «паразит» во всех видео? Но я когда говорю «так», у меня тогда мозг концентрируется на следующих изделиях. Так, так, еще один комплект. Я на него уже смотрю очень давно, наверное, уже года полтора. И каждый раз, когда собираюсь его заказать, у меня почему-то происходит следующее. Я заказываю что-то другое, а его не заказываю. Говорю, в следующий раз обязательно. Ну вот, наконец-то, следующий раз обязательно наступил. И, внимание, у нас вот такой гость. Круглые серьги. 29 долларов, 5 грамм 90 сотых, оксидированная. Очень тяжело открывается замочек, его надо просто подогнуть. Если кому-то нужно, я сама это сделаю. Если кто-то умеет, подогнете аккуратненько сами. Он просто очень тугой. Его нужно немножечко выгнуть вверх, и он туда будет легче ходить. Вот, я, как любитель всего круглого, заприметила этот комплект очень давно. И знала, что рано или поздно все-таки я его возьму. И таки свершилось. Значит, кольцо я взяла на 18, среднестатистический размер. Но, в принципе, там пошагово по полразмера можно взять, в общем-то, любой. Попросить их прислать любой размер. Вот такое колечко. И очень классный браслет идет на замок коробка. Опять же, цепь для того, чтобы не потерять, не уронить. И легко можно застегнуть сам на себе, когда. А, еще есть три позиции замка. Видите, три зуба. Меньше, больше и еще больше. Вот, вот так будет смотреться с цепочкой. Что у нас там в бирке пишут? 60 долларов, 24,90 сотых, размер 19. При том, что это 19 размер, в принципе, он на любую, наверное, руку хорошо сядет, если это не меньше 16. Так, вот такой хороший, интересный комплектик. Дальше, что я нашла, я решила, что давно мы не покупали какие-нибудь полукруглые серьги ходовые, такие однодневные, casual, то, что называется, 26 долларов, 4,80 сотых. Вот я нашла вот такие обручи, я решила, что это, может быть, кого-то заинтересует, тоже оксидированные. С одной стороны, ничего особенного, с другой стороны, смотрится очень неплохо. Замок тоже защелкивается, надо только попасть куда надо, и все защелкнется. Вот, так что, девчонки, это у нас 26 долларов. У нас здесь... А, девушки, я ужасно извиняюсь. Я сказала, что к набору Марины Ситнер есть только кольцо. Я ошиблась. Есть еще и серьги. То есть один набор был мною взят без браслета полностью. То есть есть и серьги, и кольцо. 18 размер кольцо. И, соответственно, пара серег. Мариш, я правильно понимаю? 17 твой, 18 на продажу. Если ошибаюсь... Ты меня обязательно в комментарии поправь. Так что, девчонки, есть вот такой вот набор без браслета, только серьги и кольцо. Но, разумеется, если кому-то нужен браслет, то без проблем его закажу. Так, девушки, сейчас мы должны как-то разобраться с очень сложным моментом
в моей жизни, это куча крестиков, которые я получила. Вы помните, для чего мы это делаем? Я просто собираюсь в какой-то момент попасть в Иерусалим и осветить кого-то, кому это интересно и важно. Поэтому я, в общем-то, взяла кучу крестиков. Во-первых, я нашла вот такую вифлеемскую штуку. Какой-то ангел. Тут, наверное, все написано. Я не очень в этом как бы... Нет, не написали, кто это. Но он вот приносит какой-то фонарик. Это, видать, что-то на Рождество. Вот такой вот кулончик. Это раз. Значит, есть такой кулончик. И еще есть кулончик вот такой. О, это точно Вифлеемская звезда. Рождество Христово. Короче, очень прикольный. Мне так понравилось. Я жутко люблю всякие висюльки. Мне показалось, что это тоже очень даже можно осветить. И будет очень прикольно кому-то, может быть, носить. Вместе с крестиками или без крестика. Девчонки, я совершенно там не разбираюсь. Я вообще атеист. И исключительно это делаю для того, что кому-то это важно. Как бы я могу проникнуться и понять, когда что-то свято для другого. Вот, девчонки, значит, смотрите, я не знаю, стоит ли распаковывать. Тут 4 вида крестов. Значит, первый вид крестов, это вот такой вот. Вот они. Просто серебряные с распятием. Их 3 штуки. Это раз. Это номер 1. Номер 2, я все-таки тоже 3 штуки. Я один просто поближе покажу. Он вот такой вот. Это их 3 штуки тоже. Это номер 2. Номер 3. Они позолоченные с белым распятием посередине. Их тоже 3 штуки вот такие. Делся номер 4. Я, честно говоря, не знаю. Наверное, оставила на столе. Сейчас отключусь и покажу вам. Девчонки, это номер 3 позолота. Еще есть номер 4. Он был с фианитиками. Сейчас, минуту, отключаюсь. Все, я вернулась. Вот он, номер 4. В нем фишка в том, что у него по углам стоят фианиты. Вот. Вот, короче говоря, оно все очень тоненькое, такое маленькое, изящненькое. Так, это позолоченный. И вот такой плоский. Вот их, короче, 4 вида. Итого у нас имеется 12 крестов. Нет, 16 крестов. 4 вида по 3. У нас есть спаси, сохрани браслеты. Один попросили отложить, значит, еще 2 на 18 сантиметров. И у нас есть вот эти 2 кулона, которые я вам показала. Так что, девчонки, кого интересует эта тема, пишите в комментарии. Насчет цены на крестики, там что-то они очень недорогие получаются. Но я вам отдельно, честно скажу, не могу выслать. То есть это только если кто-то что-то закажет, либо оплатите доставку, тогда без проблем. То есть как бы, потому что я хочу минимально как-то вот, по минимальной какой-то цене с вас
Сейчас я посмотрю, что можно сделать вообще. Вот, девчонки, я посмотрела, значит, это они все по 18 долларов. То есть, как бы это символическая цена для того, как бы, чтобы просто сделать для вас, вот, как-то сказать, этот жест. И поэтому, как бы, отдельно крестик я не вышлю. Либо я возьму за пересылку денежки. Не обижайтесь. Я, то есть, как бы, планирую, что я вам это просто в заказ потом кину. Вот, так что кому что нужно, разбирайте. Если нам будет мало или кто-то хочет все-таки кресты от Шаблюля, вы видели, что они такие прикольные, они иначе выглядят, то напишите мне тоже. Вот, ну все, я надеюсь, что вас не запутала окончательно. Если что, то обсудим все в комментарии. Пока, девчонки, спокойной ночи.